Карась Анатолий ищет покушать. Смотри, заховался. Но рыбак Александр нашел его раньше. Карась Анатолий – это наш друг и товарищ. Да, друг и товарищ – это мало сказано. Это наш сотрудник и помощник в нашем нелегком, так сказать, деле. Анатолий хорош, но я тоже хорош, посмотри на меня. Самый простой способ связать поводок с волосом для бойла, чтобы ловить карпа. Я на куске поводкового материала заранее приготовил петелечку, пока мы рассматривали Анатолия. Одеваем на эту петелечку чудесный, волшебный бойл. Бойл, естественно, дед Щукарь. Вставляем легким движением руки в петельку. Легким движением руки вставляем стопорок, тем самым закрепляя бойл на волосе. Потом берем большой тренировочный крючок, ну, относительно большой, для карпа нормальный крючок. Ну да. И вставляем его в ушко со стороны поддела. Вымеряем длину волоса. Длину волоса вымеряем таким образом, чтобы там, где располагается термоусадочная трубочка или силиконовая, или как я делаю, намотка, тут может быть много профессиональных и непрофессиональных подходов. Беремся пальцами и проверяем, чтобы бойл, проходя вокруг всего поддела, вот в этом месте свободно проходил примерно в 1-2 миллиметрах. Все, мы это вымерили. Вы одеваете термоусадочную трубочку или силиконовую, или же, как я, делаете просто длинную намотку до того места, где мы держались, когда отмеряли длину волоса. И в ту же сторону, таким же легким движением руки, проводим снова поводковый материал. Держась за крючок, аккуратно держась за крючок, затягиваем это все дело и получаем чудесный поводок с волосом и бойлом дед Щукарь, чтобы поймать чудесного, хорошего карпа. У меня все. Карась Анатолий. Карась Анатолий? А вот он, наш красавчик. И при всем уважении к карасю Анатолию, я бы хотел добавить от себя. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и удачной рыбалки, так скажем. Анатолий, ну как вы считаете, я правильно все сделал? Правильно, да? Но спасибо, мне очень важно ваше мнение.